У каждого человека в шкафу найдутся ненужные предметы гардероба, которые не надевались уже несколько лет и которые выбросить почему-то жалко. Всему этому можно дать вторую жизнь. Давайте вместе свяжем симпатичный коврик для домашнего уюта. Такой коврик прекрасно подойдет для ванной комнаты, станет акцентом в оформлении гостиной и настоящим украшением прихожей.